Впереди город. Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60. Красивые деревья, красные, желтые, зеленые. Была хреновая пропустила там. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Надо полагать, это Ростов-на-Дону.
камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
бабы есть, бабы. Злой я сегодня. Пошел ты нахер. Ну что? Ёбанский бог.
Нет, на аварийку встал. А? Проехали ее. Мойку проехали? Много моек было. Да, а я забил прямо это, по месту. Видела она машину эту? Она знает, что ли? Да. Что сказала? А, она с той целью, типа, давайте подвезу, подвезу. Я думаю, она посмотреть ее хочет. Хочешь показать эту машину? Да нет, нам просто мимо надо.
идти направо. Махал руками, да? М? Махал руками. Она? Не хотел, чтобы она... Это... Ну, не ну, хотел, чтобы она же увидела, и я ей в ответ уже махнул. Маршрут построен. Через 100 метров поверните налево. Что-то он у нас это... Тупичок завел. Поверните налево. Ну, вот налево, по-моему. Хороший район. Домики красивые. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо, а затем развернитесь. И езжайте назад в Москву. Сколько время? 1:30. 25 минут. Ты не уставший? Нет? Нет. Надо немножко привыкнуть к этой машине. Вот хоть одинаковый, да, Солярис, Солярис, но отличается. Конечно. У всех своя манера. Поругались на мойщиков. Чего же это они так вам плохо помыли? Для Москвы это хорошо помыли. Она. А, ну да, да, у вас там это отличается, наверное. Ничего не понравилось. Грязно, что ли? Ну да, на свет выехали, видно было. Полосы. И полосы, и диски он очень плохо помыл. Паршиво, я бы сказал. Ну давайте, чё мы стоим, друзья, товарищи. Пора уже прощаться с Ростовом. Надо будет часть это. Ну так всю дорогу пищи. При ускоренном. Всю дорогу, да, пищи? Кругом извещение, эти излучатели, об этом говорили. И от заправок, и от магазинов, и от радаров, всего. Но это вот на радар. Видишь, чем дальше, тем это полосы больше. Так, 460, нам бензина хватит прям до места. Еще и останется. Нам ехать 273, а бензина на 459. Полный бак почти. Сколько у тебя минимум был этот расход? 6,1. Да ладно, я до 5,3 понижал. Не знаю, я же это не сбрасывал. Сейчас на трассу выйдем, 5,3 будет. Сбрось. Не, не надо, зачем? Так понизим. Я когда поехал, стартовал, там было 42 литра на 100 километров. 42 литра на 100 километров? Чего? Да как? Да. Наверное, стояла включенная. Когда стартовал, после ночлега? Нет, прямо.
Так. На дорогу смотри, потом слышишь, как смотри будешь. Желтые. Мне же надо дорогу посмотреть на эту. Так, ты все уже, пассажир, успокойся. Как ты разговариваешь с ведомыми, а? Как ты не слышишь? В смысле? Прямом. В смысле с ведомыми? Ты пассажир, что ты это не нервничаешь? Ты же не водитель. У меня прав нет. Блин, я свои дома забыл. Что? А? Побежишь за правами. Да ладно, не в этом. Ну я тебя спрашиваю, куда поезжать? В кармане. Если ты все взял. Конечно, взял. Вот как, ну, какие виды в Ростове? Как и Мурманск. Вот так вот уже. Спуски, подъемы. Через 300 метров на светофоре верните направо на мост. На мост? Вот он мост. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 40. Проезжали уже. Через 400 метров. Так, там пробочка какая-то. Краснодар ездил, мост только ремонтировали, по-моему, крутился как собачий хвост. Это пробка у них считается. Красная прям показывает. А тебе что делать? Вот здесь я выехал. Развернитесь. Выехал на мост, а мост этот. И проскочил левый разворот. И ушел, черт знает куда. Конечно, организация движения тут самая отвратительная, наверное, после Москвы. Ну а что, поговори с ними. С кем? С дальнобойными. Ну, конечно. Саш, тогда. Прием, прием, меня слышно? Слышно? Ой, мы ржали, всю дорогу ржали. Проверка связи, меня кто-нибудь слышит? Слышно или нет? Что-то сказали, да, что-то. Платку что ли делают? Строят. Стоит с мешком сейчас у дороги, собирает деньги.
вот в следующем году, сколько иностранцы привезут денег на платку. Последние дни, считай, на халяву ездишь здесь. Сдавал машину сейчас. Спрашиваю прям. Чуть беспокоит, не беспокоит. Ну, на самом деле все хорошо. Не ведет, не тащит, ничего. Спросили, когда, при каком пробеге последнее ТО было. Сервисной книжки нету. Ты не знаешь, какой нам вокзал нужен? Краснодар. Там есть, по-моему, Краснодар-1, Краснодар-пассажирский. Пассажирский, конечно. Краснодар-сортировочный, что ли? Или просто Краснодар, Краснодар-1 и Краснодар-сортировочный. Наверное, просто Краснодар, да? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Краснодар-1. Вокзал. Кто-нибудь может гарантовать мне? Ну, Воробкова это может быть, пока поедем, все равно пройдет, наверное. Да, ну давай. Ты что, к тебе идти? Да, у тебя это, глубокая есть, я сейчас вам чуть-чуть подогрею. Да я что-то такого горячего пока не хочу. Сейчас я принесу колбасу, блядь. У тебя хлеб есть? Подожди, сейчас. А? Подожди, есть еще. А что сейчас?
развязка, еще.
Че ты прокаркал? Ориентир, заправка на что, какие-то услуги предлагают? А? Какие-то услуги предлагают? Недавно передали меньше полгода.